В этом году в области планируют сдать 32 новых дома. В течение года к новостройкам планируют подвести инженерные коммуникации, газ и воду. На это из бюджета выделено более 10 миллиардов тенге. О том, что будут строить в области в этом году и сколько средств выделено из бюджета, расскажут мои коллеги. В области идет активное строительство многоквартирного жилья. Только в областном центре реализуется несколько проектов по застройке города. Продолжается возведение многоэтажек в новых микрорайонах Кустаная. Основной задачей для строителей сейчас является подведение инфраструктуры к уже построенным домам. На это из бюджета было выделено более 10 миллиардов тенге. В настоящее время завершается реализация проектов подведения инфраструктуры в микрорайоне Кунай города Кустаная. По проекту детальной планировки микрорайона предусмотрено строительство 30 многоэтажных жилых домов и свыше 2000 участков под индивидуальное жилищное строительство. В свою очередь, из 30 многоэтажных жилых домов 9 введены в эксплуатацию. В текущем году акиматом города Кустанай планируется завершить еще 11 жилых домов. По оставшимся 10 домам заключены договора, подрядчик определен. Срок строительства на завершение планируется в 2024 году. Кумар Аксакалов подчеркнул важность своевременной сдачи жилья Кустаная. Из самых 43 домов Кустаная в этом году был сдан только один. Строительные работы идут и в других городах области. К примеру, в Уркалыке планируется отремонтировать прилегающую многоэтажкам инфраструктуру. Систему тепловое водоснабжение обновят в 172 домах. В городе Житикара проведут реконструкцию коммуникаций 27 жилых участков. Работы по реконструкции планируют начать и в Лисаковске. По планам, в течение этого года к более 507 частным участкам в регионе будут проведены инженерные коммуникации. В городе Аркалык реализуется сегодня проект подведения сетей инфраструктуры, вода, канализация, электроснабжение к 172 участкам. В городе Житигара проект подведения сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения к 27 участкам. В городе Лисаковск, в 19-м микрорайоне, также сети будут обеспечены к 80 земельным участкам. Это новый проект. При этом, Кумар Гибаевич, хотелось бы отметить, что центральными органами до нас доводится план. Перед областью стоит ежегодная задача по обеспечению 515 земельных участков выдаваем гражданам инфраструктурой. Также в области идет активная индивидуальная застройка. В этом году в Кустанае будет построено 55 частных жилых домов. Их общая площадь превышает 60 тысяч квадратных метров. Дома планируют построить в едином архитектурном стиле. Так подрядчики соблюдают правила типовой застройки областного центра. Дмитрий Муштар, Руслан Жабаев, телеканал Кустанай.